Ильф и Петров, 12 стульев. Харьков — город шумный, центр Украинской Республики. После провинции кажется, будто за границу попал. Из письма отца Федора, писанного им в Харькове на вокзале своей жене в уездный город Н. Первая столица Украины отцу Федору, управление Южной железной дороги. Тара-та-та. Харьков, 2 июля 2014 года, 19:26.